Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Подарить чулок. Нет, ребят, никому я дарить ничего не собираюсь. Пока. А вот то, что ежедневная награда 10 снежинок, кстати, это очень хорошо. Плюс у нас 3 свитка. Знаете, почему хорошо, ребят? Потому что сейчас я могу себе что-то позволить приобрести. Но вопрос в том, что именно мне нужно. Смотрите, про что я имею в виду. Вы знаете, да, снежинки мы с вами собираем, тыры-пыры тролливали, у меня их 150. То есть у нас есть украсить елку, плюс у нас снеговика приодеть и вот эту вот гирлянду, венок украсить. То есть здесь нужно 100 снежинок, да? Здесь нужно 150. То есть вот здесь вот, вот здесь 200 уже надо. А тут у нас по соточке 100, 150, 150. И вот куда потратить? Ребят, если что, пожалуйста, мне напишите, куда выгоднее и лучше. Пока я здесь не буду ничего тратить. Идем дальше. Так, здесь у нас давай-ка потратим. Дойдет он? Нет, наверное, или дойдет? Дошел, да неужели? Ух ты. Так, у нас пятизвездочный бастионец появится. Посмотрим обязательно. Так, едем дальше. Тут у нас, да, ребят, вот это, конечно, офигенный пакетик. Мне нравится, что здесь есть скин на Валентина. Мне почему-то кажется, что вот здесь вот дубль будет. Ну, это всего лишь мои догадки. Что у нас тут подарок? 3600, ребят, мне буквально еще 600 гемов нужно заработать, чтобы открыть вот этот вот третий носок. Я постараюсь сегодня этого добиться. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим, что у нас выпадет. Кто будет именно? Да ну, только не Берри, блин. Только вот... Я так не хотел именно Берри, вот почему-то, не знаю, ребят. По-моему, он не Айс. Хотя фиг его знает. Напишите мне тоже в комментариях. Ну что, начинаем, наверное, с гильдии, как всегда. По стандарту. Забираем. Так, заходим сюда. Заказ выполнен, отлично, сразу же новый делаем заказик. Поехали, нормуль, заказали. Так, жертвовать я пока тоже ничего не буду, а вот в рейдик нужно зайти, посмотреть, сколько тут осталось. Ёпарасоте, 80%. Ха-ха. Ладно, давайте попробуем пару разиков-то пинануть, да? Пропускаем, конечно же. Ага. И еще один бой. Все равно бесплатно. Поехали. И, наверное, начнем, ребят, с вами с ежедневных заданий, да? Сделаем их. У меня, кстати, знаете что? Я же давненько, да, игру-то не снимал для вас. Играть-то я в нее играю каждый день почти. Смотрите. У меня герой Вейса, проапана довольно хорошо. Я думаю, что этого достаточно. Потому что для следующего апа это охренеть, сколько там нужно героев. И сейчас я вот, ребят, хочу... Кстати, вчера мне выпал вот этот вот чудик бессонный. Напишите, как он. Хорош, нехорош. Ну, он у нас идет за тьму. Вот. Бессонный. Величать его. И хочу я, знаете, что сделать, ребят? У меня, видите, дубль есть на кросса. Я хочу его прапать на 6 звезд, но мне не хватает... Чего же мне не хватает? По-моему, не хватает мне именно... Так, секунду. Так, здесь мы ничего не будем делать. Сейчас посмотрим. Если я не ошибаюсь, мне не хватает 5-звездочного героя фракции Мгла или как там? Бездна. Бездна, да. Секунду, посмотрим. Так, здесь хватает. Раз, два. Да, мне не хватает, ребят, одного буквально героя. Героя именно бездны, пятизвездочного. Потому что эти будут заняты, это тоже занят. И вот эти два идут на корм. Соответственно, а мне нужно три. Ох-хо-хо-хо-хо. Где же мне его достать, а? Где же мне достать пятизвездочного еще одного персонажа? Это для меня сейчас задача номер один, если честно. Так, здесь мы забираем все это дело. Ну и давайте начнем с заданий. Так, длань Мидаса. Ну это обязательно надо делать. И не забываем, что нужно 3600
нам получить сегодня брюликов. Так, подарить 5 сердечек друзьям. Ну, это я с удовольствием. Заодно вот здесь еще подеремся, да ведь? Рейд сделаем. Накумарим. Да, все отлично. Угу, отличненько. Здесь мы с вами выиграли. Так, сыграть в лотерею. Лутец. А ну-ка, давай-ка обновим. И здесь у нас, блин, ну это не то. Все это не то абсолютно. Что нам выпадает? Ну, естественно, ботиночки, которые мне не нужны. И артефакт. Тоже мне, в принципе, он не нужен. Ладно, ничего не поделаешь. Выполните 2 задания таверны. Вот это вот я с удовольствием сделаю. Так. Где у нас брюлики? Я хочу сделать... Блин, ну неужели эти задания завершать? Неохота мне тратить. Вот это вот надо выполнить обязательно. Что еще? Где у нас? Блин, 346. Блин, как заманчиво, а. 6-звездочное задание. Просто неохота тратить. У нас же будут откаты скоро, да? Фиг потом их найдешь. Ладно, пока не буду трогать. А вот эти вот завершу. 4-й, 4-звездочный и 5-звездочный. Они проще всего выпадают, так что можно это дело провернуть. И вот это вот закончим. Так, отлично, да? Остаются 7, 6. Так, вот это тоже завершим. И вот это. Отлично. Так, эти мы уже с вами берем на вооружение. Раз. Два. Ага, вот здесь есть заданница. На 5 звезд. Блин, обновлять. Обновлять не буду пока. У меня каждый брюлик сейчас на счету. Изготовить 3 снаряжения. Ну, это проще простого. Ага, только одно, да? Ладно, давай посмотрим, что у нас. Ага, вот ботиночки можно сделать. Угу. И... А здесь ничего. Так, ладно, еще одну шмотку надо сделать нам. Вот, броньку. Самое дешевое, как говорится, да? Главное, что задание сделали. Выполнить, значит, базовый и героический призыв. Поехали. Слушай, дай-ка я вот так вот сделаю. Была, как говорится, не была. А вдруг повезет? Нет, не повезло. Нам 4 звезды на бастион выпало. И все, в принципе. Да, это вообще жидко. Очень жидко. Так, ну давай здесь еще потратим сердечки. Опять бастион, опять 4 звезды. Что мне на бастион-то в последнее время везет-то такая? А ну-ка, что у нас здесь? 4 звезды. Ну, на кого? Так, нежить и бастион. Да елки-то палки. Действительно, ребят, что-то мне на бастион в последнее время очень сильно везет. В прошлый раз играл, бастион выпадал. И сейчас опять то же самое. Значит, что у нас следующее? В рейде. Давайте в рейде сыграем. Посмотрим, что у нас тут. Ну, жиденько. Опять жидкарь. Да ядрёна вож. Хорошо, давай дальше. Блин, по-моему, мне не удастся сегодня насобирать 3600. Ого, неплохо. Ё-моё, нифига себе. Дубль удачный выпал мне. Слушайте, может быть, здесь нам фартанет с карточками, а? Ёлки-палки, фартит. Я уже вижу, что... Да ну нафиг. Это редко вот так вот, чтобы с душами и с осколками вот так вот мне повезло. Слушайте, это ж чудно. Так, получаем. У нас здесь, значит, на арене 3 раза нужно, да, подраться? Но это проще всего сделать. Да, ребятушки, давненько я для вас видосики по идол-героям делал. Я уж соскучился. Ну, вы понимаете, она же игруля такая. Много времени не отнимает. Ты зашел, сделал свои дела, то есть все собрал. 2 раза в день где-то заходить не надо, чтобы все было тип-топ. Собираешь, ну, единственная у меня проблема, это, ребята, с экономией. Вот честно вам скажу, я не могу удержаться, чтобы накопить себе, там, например, там, 60... 70-80 миллионов, да, чтобы у тебя было. Или там 10 тысяч гемов. Все время куда-то хочется потратить. Вот руки чешутся. Я знаю, что этого делать не надо. Но, понимаете, скучно играть в игру, в которой ты где-то себя в чем-то
причем осознанно ущемляешь. Да, но зато потом локти кусаешь. Как говорится, не хватает на одно, не хватает на другое. И прекрасно знаешь, что если бы в тот определенный момент ты не потратился бы, все бы было бы хорошо. Ну вот видите, в данный момент вот у меня 3188 брюликов. Там нужно у нас... Сколько нужно-то, кстати, на... Сейчас, секундочку, глянем. Кстати, вот эти вот, я так понимаю, нигде не достаются, да? Только за ежедневный вход. Получается так. 3600 нужно. Прям не могу. Неужели придется одно задание, ребят, потратить, а? В таверне, которая у нас есть, на... Шестизвездочный. Блин, вот это вот, например, вот это если потратить, да? И вот эти два. То, в принципе, я смогу получить. Черт подери. А вот эти два задания же... Так, секунду. Тут 85, тут 44. Но нет смысла тратить. Нету. У нас есть еще, ребят, вот такие вот свитки. Зачем я это сейчас сделал? Я ведь не хотел ничего обновлять. Тьфу ты. Ай, сглупил. Ну, у нас еще вот здесь вот есть немножко бриллиантов. 23-16, но это погода мне не делает, если честно. Так, давайте-ка разбомбим тут, наверное, все. К ядрене фени, да? На этом острове. А ну-ка. Так, что у нас? Ого. Ого-гошечки. Так. Синтез кожи. Если я сейчас сделаю рейд, не сфейлюсь ли я тут, а? Давайте попробуем. Давайте с вами попробуем. Так, секунду, может быть лучше взять шестизвездочных персонажей. Ладно, была не была. Я все сделал, кроме вот этого. Неужели сюда нужно отдельный... Подождите секунду. Давайте мы вначале вот тут вот с вами протратимся. Рейд. Ну, сколько тут? Ну, давай... Блин, 4 мало. Так вот сделаем. Поехали. Еще 4 осталось у меня, да? Интересно, хватит вот сюда? Поехали, попробуем. Фу, была не была. Е, ребята, я сделал. Я сделал. Ведь сделал же? Да, порвал их. Круто. Все зачистил, молодец я. Теперь осталось забрать только сливки. Забираем. Слушай, погоди, а где кожу там ничего не дали, что ли? Осколок кожи. Или дали? Ну-ка, секунду. Не вижу. Ну-ка. Ну, тут уже что-то. Что-то уже лес. Четырехзвездочная, это у нас как ее там звать-то? Беатрис? А здесь аж 4. Ну ладно. Сгодится. Так, и все. Так, меня на испытание чемпиона пока не пускают. А мне нужно пройти. Испытание храбреца есть доступно. Сейчас, секунду, вот здесь вот, наверное, мы с вами по-быстренькому рейдик сделаем. Вот так вот. Да, мало, но приятно. Что же еще-то нам здесь нужно сделать? Так, секунду. Надо вот это вот получить, конечно же. И глянуть, сколько нам нужно еще открыть, ребят. Что это такое? 40 лямов. Ага, мне нужно буквально 2 миллиона, чтобы я смог улучшить броню. Чтобы я смог улучшить броню. Вы не забудьте, ребят, написать, куда потратить мне лучшие снежинки в первую очередь. Ну ведь не на это же. А может быть на это? Или на елочку? Вот это вот. Вот это я не знаю, что это такое, ребят, если честно. Что-то использовать для героя. Как что-то 10-звездочный герой. У меня таких пока нету. Нифига себе. Тросточка оленьего рога, артефактик. Обалдеть, да? 10% урон навыкам. Точность 32%. И сила атаки 12%. Ну, как говорится, насобирай-ка вначале. Вот сколько здесь? 150, 150, 300. Это 500, 600 снежинок. Да и мне кажется, одуреешь. Так, ивент у нас этот не откатился, таверна. Тут... Тут мне тоже пока, наверное, ничегошники не светит, да?
А здесь я не сделал. Погоди-ка, а где у нас за свитки-то? Что я должен свитки-то активировать? А, вот он. Еще нужно мне 30 свитков, ребята, вот этих вот использовать. 30 свитков, и тогда мне еще 30 снежинок упадет. Блин, а где же мне взять? Хм. Кстати, ребят, вот дубль кросса я получил вот здесь, вот он. 5000 потратил. Не знаю, стоил он того, не стоил. Тоже напишите свое мнение в комментариях. Будет очень приятно послушать, что вы скажете. Конечно, можно было взять эту си. А, ся, ся. Вот, но я почему-то подумал, что дубля на ся я не найду. А кросс у меня уже все-таки есть. И мне кажется, выгоднее его сейчас сделать. К тому же он вроде бы как пока еще топчик. Хотя, может быть, я и не прав. В любом случае, тоже пишите, ребят, все. Все новости, все события мне описывайте. Так, ну что? Что нам еще можно здесь замутить такого? Испытание храбреца давайте попробуем пройти. В последнее время меня, ребята, валят где-то на 13-14 этапе. В хламину причем. Так, давайте попробуем сейчас с вами пройти, пробиться. Вот так вот. Попробуем. Так, оборотень, давай, родной. Будешь мне помогать. Пока, ребята, на быстром бое будем проходить, потому что там, ну, нет смысла смотреть. Потому что все идет тут пока на изи. Брюлики, брюлики. Интересно, что там в этом носке, а, лежит? Я думаю, что там снежинки и еще что-нибудь. Так-то не посмотреть, что. А ну-ка, давай дальше. Так, замечательно. Еще давай. Оу. Вот, ребят, смотрите, Валентин и Джахра почему-то у меня вот слабину сейчас дают. Фу, отхилились. Они дают слабину, и из-за этого я проигрываю. Так, посмотрим, что будет к 10 уровню у нас. Оу. Валя уже слег, к сожалению. Давайте возьмем норму. Я боюсь, сейчас и Джахра у нас упадет. Наверное, так оно и будет. Сейчас увидим. Нет, смотри-ка, уцелела, родная моя. Это, в принципе, хорошо. 9-й этап, уже сложнота пошла. Ой, там, по-моему, Зигмунд, да, был? Сейчас стопудово 2-3 героев я не досчитаюсь. А ну-ка. Ты смотри-ка. На удивление, это меня радует очень сильно даже. Так, какой же, 11-й этап, да? Вот, началось, пошла сложнота. Норма отдуплилась, как мы видим. Хм, возьмем Камуса. Может быть, он нам здесь поможет. Все-таки у него способность превращать в камень. Боюсь, сейчас Рос упадет. Стопудово. И Джахра, наверное. Так, ну вот, уже посмотри, какие уже персонажи пошли. Все упали. Все упали. Вот что я вам скажу. Ну, можно даже посмотреть, как это все будет воочию. Давайте сделаем такую милость для себя хорошего. Вот он, да, этот Берри. Так, воу-воу-воу-воу-воу. Понятно, понятно, как он меня пробивает. Как они так бустерят своих питомцев, а? Кто мне скажет? Я не понимаю, как они успевают набрать так быстро мощь, а? Да елки-палки. Слушай, ну дракон почему-то вот на Джа... Ой, на Джаху, елки-палки. На Вейсу не особо, да, действует. Но у нее, конечно, и звезд там, извините меня. Сколько там? Сколько у нее звезд получается? 4. Это 6, 7, 8. 9 звезд у нее получается. Ну и что она здесь сделает? Да ничего, ее сейчас порвут. Одиночку-то. В одно-то лицо, конечно. Сейчас по суперудару и все, ей хана. Да, еще и в стан ее загнали. Но все равно она, ребят, бомбит хорошо. Спасибо всем, кто в свое время мне советовал ее прокачать. И на самом деле я не жалею об этом. 321 сервер. Вот этот чувак был. Ладно, посмотрим, что у нас по осколкам. Да у нас кисло все по осколкам, поэтому я вот это вот заберу, пожалуй. Хватит мне на питомца, я не знаю, прапать разочек его.
А вы знаете, а мне невыгодно сейчас апать даже питомца, потому что деньги нужно собирать. 40 лямов на улучшение сета. Угу. Слушайте, может быть в суперлотерее есть? Оу, слушайте, а может быть здесь? Может быть здесь юзануть малька? А? Как вы думаете? Давайте только обновим. Я не хочу этого героя себе. Блин. Бастионница опять. Ладно, поехали. Рискнем. Только не свиток, пожалуйста, я умоляю, только не свиток. Ай. Лучше денег дай мне. Дай мне денег, не надо свиток. О, спасибо. Давай еще денег. Ребята, от чего зависит? Смотрите, сейчас даются... О, спасибо тебе большое. Сейчас дается 1 200 000. А как-то я помню, 3 или 4 дня крутил, было 1 800 000. Это просто рандомно или от чего-то зависит? Вот сумма. Так, ну что же. Мне хватает, ребят. Вы, конечно, извините, но я куплю себе сетик. Не за 60, конечно, миллионов, но за 40. Мне нужна мощь. Уж простите. Кто-то, наверное, посмеется, скажет: эй, Рейнубас берет сет дешевый. Ну, может быть, но он мне нужен, поверьте. Так, здесь у нас пока отлично. Здесь тоже хорошо. Вот, давай-ка, Рос, снимай с себя вот эти вот тряпки. И... Слушай, подожди, а он... Какого хрена у Нормы делает нормальный сет? Я же ей не... Блин. Вот это да, вот это вот жесть. Надо Норму, кстати, вообще раздеть. И, я не знаю, может быть, ее скормить. А, она же 6 звезд, куда я ее скормлю? Ну что же. Так, где у нас тут ивент? Вот здесь. Благословение серых гномов. Фух. Ёпрст, тут еще и 1500 брюлей надо потратить. Да чтоб тебе. Да чтоб тебе, а. Нет, ребят, я не буду делать. Я знаете, что сделаю? Ругайтесь, не ругайтесь. Я все-таки с таверны заберу то задание. Где же оно? Вот это, подожди, точно это? Да, это, выполнить. Так, и... И еще одно задание, легенькое, буквально легенькое задание. Где у нас тут по минимуму брюликов? Вот это вот. Ну, я потрачу 30, да? И 50 у меня в наваре будет. То есть, как раз хватит. Есть, поехали. Я все-таки открою чулок, ребят. Может быть, глупость, конечно, делаю, но хочу я посмотреть, что все-таки там у нас есть. Ну и в конце концов, с заданием с этим будет покончено. Оно мне больше не будет, как говорится, гложить. Фух, оу. Слушайте, ого. Слушайте, неплохо. Так, 15. Замечательно, я даже сказал. И 5 разиков я могу этого как его, снеговика. Как его там, торопыга или как его увеличать, я уже забыл. Погоди, 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 а где? А, надо... Не понял я, что за шутки-то? Я не взял, я не потратил, да? Сейчас, секундочку, ребят. Что-то я уж перепужался, думал. Так, давай, конечно, конечно, будем. Да, я хочу. Вот так вот. Все, блин, а вот этот что имеет? 25 свитков, 5 этих и 2500 брюлей. А стоит это все 3775. Соблазнить. Ну нет у меня денег сейчас. Нету денег. И вообще здесь очень жесткий дорогой донат. Ну для меня, по крайней мере. Так, ладно, что же мы с вами получили-то? Давайте этого торопыгу отправим в поход. У нас 5 этих есть, да? Но он не дойдет. Или дойдет? Так, тут 10. А нужно 4. Дойдет. Еще как дойдет? Добежит должен. Ну, давай, дедуля, открывай. Так, слушайте, ну за нежить, правда, блин. Ну почему за нежить? Так, а что у нас интересно в следующем? Ох ты, 10 осколков. Герой света, да, ведь это у нас, да? Тем более она довольно неплохая, насколько я помню. А тут? Здесь. Понятно, у нас, короче, даются по герою. Рандомно, да? За фракции определенные. А вот это кто такой у нас? Скилл. Интересно, стоящий чувак вот этот вот скилл или нет. Ладно, в любом случае мы с вами получили возможность вызвать героя. Давайте посмотрим. Да и... Сколько снежинок дали? 10, да?
Генерал этот, владыка, за нежить. Ладно, пойдет. С пивком потянет, как говорится. Потом куда-нибудь все равно его, наверное, сольем, скормим куда-нибудь. Так, и свитки, свитки. Конечно же, у нас еще свитки есть. Была не была, поехали. Так, фартанет, нет? Нет, не везет. Четырехзвездочные дали вон нам Логина. Угу. Ученика нам дали 4 звезды. И все. Так, еще 7 свитков есть. Давайте потратим 5 из них. Так, ага, на 3 звезды. Троечки, да, пошли? Да, именно троечки идут. Сейчас можем, кстати, накопить 4 звезды. Бастион. Так, список героев полон. Сколько свитков? Блин, один свиток, ребят, остался. Один свиток остался. Нам не хватит, чтобы открыть еще одного героя. Значит, нам помощь рынок, так ведь? 150 геймов нужно. Твою дивизию. Да что ж не везет-то так, а? Хм. 10? Откуда 10-то тут у меня? Так, мне нужен, ребята, 5-звездочный герой. Есть! Эй, ребята, Кросс. Конечно же, Кросс. Он ждет меня. Вы представляете, как сейчас фартануло? Просто удачно. Так, где он у нас? Погоди-ка, чего-то не хватает. Чего опять-то не хватает? Раз. А, я героя не забрал, конечно же. Вот так всегда, ребят, так вот ты забываешь. Так, призывать, конечно же. Блин, еще этот полон у нас. Зайдем в алтарь. О, как раз у тебя девочка, мы и расщеперим. Расщеперим. Расщепим, конечно же. Иди сюда, родной мой. Никогда не радовался так Лейман Гайдену. Ну, я всегда Лимончиком называл, поэтому для меня тяжело-то. Лейман Гайден, блин. Лимончик, он и есть лимончик. Еще и 10 снежиночек дали. Так. Сейчас мы еще с вами улучшим. По-моему, еще 10 снежиночек дадут. По-моему, так должно быть. Ну что, ребятушки. Кросс апается у нас. Так, главное не лопухнуться. Где-то у нас на арене. Главное не лопухнуться, сотый уровень не похерить. Как это было? Значит, заходим сюда. Подожди, сюда заходим. Так, подожди. А что у нас тут можно приобрести-то? Осколочки-то вроде бы есть, да? 803. Ладно, здесь пока ничего не будем приобретать. Мне нужно забрать своих ребят. Что там написано? Ежедневные награды. Понятно все. Состав защиты. Убираем и ставим. Ну, пускай норма будет у нас здесь стоять, предположим, да? Так. Убрал я его или нет? Посмотрим. Убрал. Все, ребят, пойдемте апать. Апать, апать, где же Кросс-то, мой родной? Давай. Так, первый. Соточка. Выбрать. Дальше идет вот это. Потом вот это. Раз, два, три. Все верно? Соточка же это у нас? Соточка, все отлично. Да. Синтезирование. Фух, красота-то какая. Ребятушки. Все идет по красоте. Что мы тут еще получили? Оу, солидно. Солидный куш. Еще и достижение выполнил. А вот, ребята, и гемчики. И денюшки. Все тип-топ у меня. Жизнь налаживается. Так, ну что ж, дорогие мои. Кросс, значит, у нас апнулся. А, там еще можно было кого-то. Точно-точно. Там можно было владыку. Слушайте, а стоит ли его на 6 звезд апать? А? Владыку-то на 6 звезд. Кто мне подскажет? Давайте мы так сделаем, ребят. Я сейчас не буду его прапывать, да? На 6 звезд. А вы мне, если что, напишите в комментариях. Стоит. Может быть, он куда-то там на корм пойдет или еще что-нибудь. Жду, короче, от вас комментариев по этому поводу. Так, ух ты, ух ты, ух ты. А знаете, почему я хочу, ребята, его сделать 5-звездочным? Чтобы себе разгрузить инвентарь. Давайте так и сделаем. Поступим. Раз, два, три. Все равно они у меня никуда не идут. А копить, как говорится, их лишний раз, я думаю, нет смысла. Синтезирование. Ой, подожди, подожди. Не доделал вот так вот.
Еще 10 снежинок. Слушайте, ну, довольно удачно идет все. Довольно удачно все как-то получается у нас. Так смачно, я бы сказал. Блин, вот владыку вот прям не терпится. Там же все-таки дадут нам еще реворд неплохой причем. Если я его на 6 звезд апнута. Не вот этот захудаленький, а там получше будет. Так, ну что же. Что я хотел еще сделать? Что-то я хотел получить. Давайте-ка глянем еще разок. Сколько нам там чего не хватает. Так, носки, с ними все понятно. Ага, брюлики нам нужны. У нас деньги есть, теперь не хватает брюликов. Придется ждать, ребят. Сейчас в данный момент броню нет смысла. Это что такое? Осыбу. Во время событий получить 5-звездный, понятно. А здесь у нас не хватает 13. 13 свитков, ребят, 13 свитков. Сколько у меня в данный момент имеется? Давай-ка посмотрим. Один. Один. На рынке 1500 стоит. Ну это 8. Ладно, придется как-то потерпеть пока. Переждать, как говорится, невзгоду. Так, может быть еще разок. Хотя подожди-ка, секундочку. У меня кто ближайший на прапывание идет? Давайте глянем. Ну этого я думаю, что не стоит, да? До 6 звезд, это кто у нас там? Мираж, да, конечно же это Мираж. Так, Миражик, Миражик. Ну да, в принципе больше пока у меня нету дублей. Чтобы... Нет, ну Камус у меня уже прокачанный. Если только... Секунду. Нам же надо прапать, ребят. Маленько не прапать, а прокачать. Давайте-ка мы с вами зайдем в героя. Кто у нас там был? Кросс. Кроссик. Что? Что такое? Разблокировать? А, давай, конечно, сделаем эволюцию. Отлично. Блин, как же это все дорого стоит, а? 195 тысяч. Это на один разочек только прапать. Ага. Он хочет сет. Давай, пускай получит сет. Так. Что нужно? 4 героя. 4 героя 5-звездочных бездны. Офигеть. Это для того, чтобы его пробудить. У меня нету такого скина, хотелось бы. Так, у меня же еще и... Вы представляете, да, пол ляма за один ап. Не буду я пока тратить деньги. Деньги мне нужны будут. Ну что, вроде бы, ребятушки, на сегодня все. Ну, можно зайти в башенку. Посмотреть, что у нас тут и как будет получаться теперь. Вот с этим составом. Хм. Давай проверим, посмотрим. Выиграем или нет. Ну-ка. Жесткие, конечно, жесткие эти ребятушки. Держат, ты посмотри, как уверенно. Ай-яй-яй. Норма упала, бат. Вот чего-чего, но от бада я никак не ожидал, что он такой будет крепкий. Смотри. Стоит, но он упадет. Да, ребята, он упал. Ну что же, отлично. Давай тогда посмотрим этот этажик. Блин, тут уже будет, конечно, пожестче. Свет. Бездна. Нежить. Ладно, поехали, посмотрим. А вдруг повезет, а? Такое впечатление, что как-то у меня с порядком постановки моих воинов не айсово идет. Ёлки-палки. Ты посмотри. Или все зашибись. Нормуль. Прокатило опять же. Каким-то чудным образом. Блин, только вот тебя тут не хватало. Так... Слушай, ну, я не знаю, должны, в принципе, затащить. Давай посмотрим, как у нас тут все получится. Ага. Нормуль. Блин, вот Камус, почему такой ватный? Ну, Рус тоже, это понятно. Они, так, ну, подожди, конечно, они 6-звездочные, все нормуль должно быть. Упадут. Упали. Ой, красота. Очень красиво идем, между прочим. Вот, конечно, змея у меня бустерится очень медленно. Очень медленно идет. Да тихо ты, успокойся, а. Прошли.
как ни странно, но прошли. 335 этаж, и здесь у нас лук. Так, это у нас лучница же, по-моему, да? Проверим, насколько они крепки. Так, охотники драконов, да? Так, тихо. О, в камень привел. Камус молодец, работает отлично. Минус. О, разобрали. Изи. Так, ну что же, лук. Что у нас здесь? 4 бада. Плюс, как тебя величать-то, а? Воеводушка, блин, за нежить. Поехали, посмотрим. Ага. Слушай, ну с нежитью у нас, по-моему, все нормально. Они должны у нас разбираться на изи. У нас плохо идет кто? Листва. Да-да-да. Земля там, или как там величать-то? А эти-то нежить для нас это орешки. Облупленные. Так. Ага. Тут соляночка прям какая-то. Прям с каждой... С каждой фракцией по одному чувачку. Видно, у него будет бонус. Будет бонус или нет? Должен быть, по идее. Да, видите. Сила атаки 10%, жизнь 10%. Хорошо, посмотрим, насколько он ему поможет, этот бонус. Упс. Упали. Змея, ты где, блин? Угу. Так, тихо, 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 тихо. Не надо выеживаться. Упали, отлично. Да, задние ряды, к сожалению, падают что-то довольно быстро у меня. Хм. Проблема, барьер 338. Поехали. Посмотрим, как у нас здесь пойдет дело. Они все под бонусами, ребята, абсолютно. Угу. Красота. Черт, ты посмотри. Ага, ну мы все-таки опередили. Так, давай без лица, падай уже. Отлично. Да, ребята, здесь мы тоже с вами прошли. Ой, ну что же, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Ну, а у меня к вам много вопросов, так что жду ответов в комментариях. А на этом все. Всем пока, всем удачи и с наступающими, ребята, вас праздниками. We search the sky.